Привет всем, для кого чемпионская интрига уже не совсем интрига. С вами за кадром Кристина Козел и мини-спецвыпуск «Козел про футбол». Сегодня мы в Борисове на матче «Батэ-Гранит», где желто-синие в случае победы над гостями могут досрочно оформить 12-е чемпионство. Внимательно смотрим. Быстро отличается микошевичская команда, и теперь БТ находится в статусе отыгрывающихся. Транжирит свои моменты борисовчане, да и гранит, надо сказать, умело обороняется. Первый тайм завершен. Счет на табло в пользу гостей. И желто-синим нужно приложить максимум усилий, чтобы этот вечер стал праздником для их болельщиков. Стартовал второй тайм с атак хозяев, однако мяч упорно не идет в ворота. Внимание, Милунович сравнивает счет, у БТ есть еще немного времени, чтобы зажечь этот вечер. К сожалению, местной публике матч так и заканчивается в ничью, и вопрос чемпионства откладывается. И вот как эту игру прокомментировали главные тренеры команд. БТЭ без пяти минут чемпион. Я думаю, что команда уже где-то, может, и шампанское закупила, и какие-то празднования хотели исполнить. Но мы всячески хотели, как бы, не дать сопернику выиграть сегодня. Нам не удалось сегодня победить. Мне не удалось достучаться до ребят. Просим прощения наших болельщиков. Что ж, все равно вопрос с чемпионством решенный. Осталось просто немного подождать.